Три, две, одна, старт! Команда «Старт» и соревнования начинаются. На этом катамаране плывут представители ПНТЗ – Игорь Суслов и Алексей Желтышев. Команда подготовленная, с большим опытом в водном туризме. Кроме того, ребята участвовали в сплавах по уральским рекам. Это очень здорово, тем более зимой. Хочется воды, да? Хочется воды, хочется погрести, почувствовать этот вкус, драйв. А самое главное – встретиться. Здесь много друзей, встретиться с друзьями. Подобные соревнования зимой проходят впервые в истории города. Их организовали представители Федерации спортивного туризма Свердловской области совместно с Первоуральским новотрубным заводом. Быстротечную реку заменил 50-метровый бассейн Дворца водных видов спорта. Вместо дорожек на воду поставили 10 ворот, которые обозначают маршрут судна. Участники соревнований выполняют несколько заданий. Им нужно быстро и без ошибок пройти препятствия, а также показать свои действия при чрезвычайных ситуациях. Ралли густо-густо замешано на вопросах безопасности. Все, собственно, касается безопасности в походах и в спортивном туризме. От снаряжения до питания. Но здесь мы стараемся обучить людей, а не продемонстрировать свое мастерство именно в управлении судном. То есть то, как они в состоянии уходить от каких-то препятствий. Показать свои навыки на воде приехали порядка 100 человек. Это команды из Первоуральска, Екатеринбурга, Березовского, Салды, Арамили и Ревды. Все участники – любители, но все же уровень у них разный. Одни только начали осваивать азы водного туризма, а другие уже имеют спортивные разряды. От новотрубного завода у нас нынче выступает 7 команд, в том числе 2 команды от Первоуральского металлургического колледжа. То есть наши будущие белой металлургии. Да? Команды, в принципе, слажены. Да, есть новички. И есть ребята, которые уже ходят в серьезные походы, увлекаются этим, знают, что такое весло, но еще не имеют спортивных разрядов, поэтому были допущены сегодня к соревнованиям. Туристический клуб на ПНТЗ действует при Совете молодежи уже 10 лет. Сотрудники предприятия и будущие белые металлурги ходят в походы, устраивают сплавы по рекам, ежегодно участвуют в чемпионате Свердловской области по рафтингу. Здесь пространство поменьше, но и вода поспокойнее, нет течения. И это радует. То есть здесь можно гораздо лучше выложиться, сил побольше, может быть, предстоит потратить, но нацелены на результат, нацелены попасть в тройку. Здорово очень, неожиданно то. Ну, впервые все равно, как бы, пригодится в дальнейшем. Даже когда сами будем сплавляться, все равно как-то умеем уже. Участников сплава активно поддерживают болельщики. Выступают хорошо, классно. Мы первый раз сегодня вообще выехали на такие соревнования, и это на самом деле очень круто и супер-супер-супер невероятно классно. И они, давайте вперед, да, вперед. Хоть в бассейне нет порогов и сильного течения, адреналина спортсменам хватило. Они получили много ярких эмоций, а победители – более высокие спортивные разряды. Ульяна Шелькова, Денис Храмцов. Хроника дня.